Так, ну кто не знает, кто смотрел видео, значит, видео будет ни о чем. Начал бычок прыгать, и я посмотрел причину. Причина — раз, оторванный амортизатор, не знаю, видно будет, да видно, наверное. Вон он. Это хлюпкие какие-то валы, слабенькое место. Я здесь, а... Ну и здесь он сломан. Вон он болтается. Я думаю, что он у меня прыгает. На кочках. Еще одна причина — гидроусилитель. Поменял насос НШ-10. НШ-16 стоял, НШ-10 поставил. 16 тоже новый ставил. Надо его найти, как бы, и убрать, чтобы он был. Оказалось, причина не в нем. То есть вообще руль перестал крутиться, тяжело, не поворачивается, все. Стали смотреть, что туда-сюда. Насос, думаю, попался херовый. Я переставил насос. Новый, блин, ничего не изменилось. Вроде туда-сюда. Стал проверять масло. Ну и смотрю фильтр. Да, думаю, фильтр поменяю. Выкинул фильтр, у меня все заработало. Так что дело было в фильтрах. В фильтре. Ну и вот такая вот херня, которая не была прикручена. Это больное место. И отвалилось. Опять больное место на бычке. Ввиду того, что сейчас нет возможности, праздники, и нет возможности быстро его найти. Вот, видно будет, не видно будет. Поставил этот МТЗ туда. Воткнул уж шприцом. Залили масло. Масло выкидывало, еле доехал. Ну и вот так получилось. Так, что у нас по маслу? По маслу. По маслу перелив. Перелив. Ну, в принципе, посмотрим. Нормально. Прошу прощения за видео. Ну, все закрылось у нас. Так что вот такие вот дела. Да, что еще? Колеса у нас газоновские, их надо поменять, а поменять деньги надо. И одно кривое, оно бьет, и кардан открутил. Кардан открутил, подвесной кардан открутил. Полез его делать. То есть все делал, рамка была там подвесного, то ли самодельная, то ли это, вроде как треснуто, обварили, все сделали. А так он все таскает, все работает. Все замечательно. Ну ладно, я его заводить сейчас не буду. Что еще? Какие тут были нюансы? Ну, вроде пока бегает. Да, коробка. Коробка стала, четвертая передача. Не включаться, вообще не включаться. То есть положение четвертой коробки никак не встает. Мной принято решение купить коробку, поменять, а стоит разбираться, потому что один синхрон стоит около 5500 у нас в магазине. Ладно, вроде